Краснодар. Так, где вчера тут же. Как он быстро передвигается. А у него мазь до пятерки. На мазь до пятерки. А, смотри, вот Чана уже там. Да нет, не хочу. Ну и я не попробовала. Я бы сказала, мы бы тебя свистнули. Я что-то не сообразила. В центре и еще там в северных районах сейчас заберем наших туристов. Недалеко от морского центра находится исторический центр Римини. Я потом немножечко побольше вам расскажу. Ну и, наверное, наверняка многие из вас уже сходили, погуляли. Последнюю остановочку делаем и потом с вами отправляемся. Направляемся уже в Сан-Марино. Посмотрите, какие красивые сосны. Это адриатическая сосна. Древние римляне привезли эту сосну из Северной Африки. Раньше эта сосна не росла на Апеннинском полуострове. Сейчас она прекрасно растет. И еще из Ливана, кстати, привезли эти сосны. И еще эта сосна называется ливанский кедр. Ария педонале. Ничего себе, как здесь прикольно. Котяра. Белый такой вообще, да? Это не настоящее, да? Ну это жилой район получается. Ой, смотри, кто-то там живет. Yeah.
газеты никто не читает. Ой, слушай, а тут уже никого нету. Тут просто столько народу было. Я вижу. Пойдем сюда. Сюда надо будет зайти потом. А? Сюда надо будет потом зайти.